Всем геймпасс, это пас. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Teardown. Сегодня мы уже продолжаем играть. А не начинаем. В общем, новые карты. Хотел бы вам, ну как новые, я хотел бы вам показывать вот эти вот карты, которые здесь есть. Очень интересные, кстати. Сегодня, не знаю, какие мы посмотрим, но давайте посмотрим самую такую обычную минимальную карту, которую я чисто скачал. Я, если честно, подумал, что это какой-то хоррор, прям настоящая карта. Короче, по обложке все же нельзя судить. Потому что тут вообще ничего интересного нету. Просто, ну, тут подумаешь, кто-то кетчупом обмазался, кто-то забыл тут... просто пиццу ему привезли, кинули в него кетчуп. Ну, ворота, которые не открываются, точнее, не открываются. Стоит за воротами бетонная стена, ну, в принципе, понятно. Дверь тоже открывать. Я говорил по-хорошему. Итак, на чем мы там остановились? Ну, дальше тут у нас еще есть какая-то дверь. Да ты издеваешься. Что вы все такие? О, радио. Блин, я вообще в тени разбираюсь. Гуляй. Так, опять эта дверь. Ненавижу эти двери. Ну и доктор тоже кетчупом обмазался. Томатный соус где-то нашел. О, ну тут, в принципе, компьютеры. Так, а что тут? Ну тут тоже ничего интересного. Ну это, я так понимаю, камера какая-то для психопатов. Понятно. Может, это даже камера для обмазывания кетчупом. Что-что-что? Единственное, что я тут понял, это килл. Так, конечно же, в туалете не должно быть окон. Все, вы теперь удостоверились, что тут ничего интересного нет, а только кетчупы. Оу. Я думал, что там что-то есть. Только кетчупы и пиццы. Также у меня есть две вот таких вот прекрасных карты, я, пожалуй, вам покажу вот эту. Это очень классная карта. Я ее скачал еще ее в прошлом году. И хотел бы вам ее показать. Карта Титаника. Очень классная карта. Смотрите, сейчас мы ее открываем. И тут даже есть люди, прикиньте, ребят. Прикиньте, тут даже есть люди. О, здорово, Петрович. Слышишь ты, а где мой долг? Точнее, твой долг. Ты вообще-то мне должен косарь. Вот так вот. Ой, боже, ну тут все так на скрипках играет. У меня уже уши звенят, ты. С Новым годом. Следующая карта у нас тут ПК. Мы тут маленькие. Ну, просто что вам еще показывать на Титанике? Там, кроме людей и Титаника, больше ничего нет. Но я думаю, вам Титаник нет смысла показывать. Итак, видеокарта. Давайте сейчас аккуратненько вставим карту. Опа! Я же говорил, что все аккуратно. Обращайтесь. Следующая карта у нас, конечно, страшная. Так. Ты у нас сломаешься? Баба. Понял. Стоп. Стоп. Оба. Оба. Получается, вот это надо сломать. Понимаешь, это по-читерски. Сюда. Да какого? Окей. Опа. 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 Да, даже сюда. Да ты что, серьезно? Уйди отсюда. И уже не надо. Ну, по-любому сейчас сюда. Понял! Думаю, меня обхитрить сюда. Да ну ё-моё! Так, я не хочу долго туда идти. Где тут остановился? Вот тут, да? Ну да, вот остановился. Блин, а куда? Понятно. А я могу вот так вот пройти? Продуманные. Но мне кажется, в оригинальном сериале такого бы не было. Так, короче, времени мало, я думаю, идти дальше не надо. Ну, сделаем вид, что тут все хорошо. Шо, вы не ожидали, что я к вам приду? А я пришел. Да и вообще. Ой. В шоке. И вообще. Пожалуйста. Я вам Петровича привез. Алло, ты что, совсем? Ой! Короче, Петрович, иди туда.
Ой, стоп. Стоп, Петрович, ты должен показать всем, какой ты крутой. А, все уже от твоей крутости попадали. Ладно, идем дальше. Следующая карта у нас немножечко страшная. Тут уже настоящий хоррор, кстати. Да блин, ну кто свет выключил? Скажите мне, пожалуйста. О! Ну, никто не отменял бесплатную воду. Пойдешь со мной. О! Тетя Зина, как там поживаете? Вы там уже этот закатки сделали? Так, тут ничего интересного, в принципе. Что тут у нас? Тут у нас всякие непонятные шкафчики. Что тут? Ну, тут тоже ничего интересного. Тетя Зина, скажите, пожалуйста, ну куда мне идти? Что мне делать? А, вот так вот. Стоп, Дина, а вы куда пропали? Мы только что тут стояли. Какая-то странная тетя Зина. О, за какой-то вентиль. Давай поворачивайся, я тебя. Понятно. А, так а что мне делать? Ой, короче, вообще насрать. Добрый вечер, с Новым годом вас тоже. Ну, тут надо немножечко надо поработать, чуть-чуть сварочкой надо поработать. Не зря же я сварщиком попотал. Что дальше? О! Тетя Зина, вы однако хитренькая, решили мне свет тут выключить. Ну ничего, я вам тоже перекрою воду. Ну кто-то, ну тетя Зина, ну вы уже достали, вот эти ваши приколдасики меня бесят. О, все. А эта карта меня больше всего бесит. О, видите, как могу. И это еще не все. Смотрите, видите, вот там тетя Зина. Эта тетя Зина ко мне идет, то есть она идет ко мне. Она и сквозь текстуры будет за нами летать. Да, тетя Зина? Правильно я говорю? Вот сейчас вы откуда-то вылезете. Давайте, ну уже. Выйдите из своего укрытия, давай. О, вон уже головочка чья-то вылазит. Что там такое? Как там, медленно все, да? Ну, согласен, так же и пенсия к вам приходит. Что вы от меня хотите? О, меня сожрали. Ой. Не понял. Это какой-то от тебя прикол? Ладно. Ну и последняя на сегодня карта. У нас лаборатория какая-то. Так, подождите. А что там находится? Только оно откройся. Да ё-моё, что у меня так сегодня проблемы с этими дверьми? Вау. Ничего себе хитро. Так, надеюсь, ты хотя бы откроешь. Откройся ты, я же попросил тебя. О, это не моя машина. А что если это была моя? То у меня даже денег на машину не хватает. Так, вот этот весь мусор выкидываем. Зачем нам этот мусор? Ну уже, кейш отсюда. Ого. Вот это я Супермен. Вывозим вот это все. Кейш отсюда. Все. До свидания. Никакого мусора. Что это? Ну это вообще уходит отсюда. Мы сейчас в подвал спустимся. Все. Двери закрываем. Закройся. Да закройся! Давай, пошли! Надо что-то замазать. Ладно. Так, стоп. Ага. Вот так вот и я буду тетя Зине выключать свет. Ну, ничего. Мало ли ты лаборатория тетя Зина. Это ты смотри какая. На меня еще и пищит, и сожрала меня. Опа-на. Что тут у нас? Да, открывайся! Чего? Сейчас мне не показалось, или огнетушитель взорвался? А ну-ка, подождите! Чего? Это как понимать? Это же огнетушитель. То есть мы что, получается, все четыре тушим огонь? Что-то как-то нелогично. Так. Ну, тут я еще могу понять лабораторию. Да.
Да. Эй, надеюсь, тебе понравилось это видео. Не забывай ставить лайки, подписываться на канал. Ну и также не забывай там писать, как его, комментарии, ну и также новые идеи. Ну а с вами был Яропаз 2020. Арабар!